Вы смотрите «Гороскоп Зурхайна», это вы, с вами снова Зунделама. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 7 сентября, 20-й лунный день. Этот день благоприятен людям, родившимся в год собаки и овцы. Хороший день, чтобы заняться здоровьем, врачеванием, изготовлением лекарств. Удачно сегодня закладывать фундамент, заниматься строительством, делить землю. Сегодня можно работать в поле, копать пруд или колодец. Благоприятно заключать мирные договоры и жениться. В целом, хороший день для всех мирских дел, кроме отправления в дорогу. Также не стоит сегодня проводить массовые мероприятия. День не подходит для важных начинаний. Стрижка волос к голоду. И помните, иногда момент, который ты так долго ждал, приходит в самое неподходящее время. Любимым учителям в Абсолюте. Шоколад кофе с молоком молочный со скидкой 50% всего за 39,79. С заботой, ваш Абсолют.